Наша война не за веру. Мы воюем, чтобы изгнать чужаков с нашей земли. Мы Алькатрал. Мы убийцы. Мы сражаемся без печали. Мы ведем войну без сочувствия. Только так живет. Так умирает настоящий солдат. Чарли 2, главный, я эхо 3-1. Главный слушает. Вижу площадку. Наши парни прибыли вовремя. Понял, 3-1. Отряды копье к бою готовы. Можешь начинать. Полковник, у нас проблема. Поздно, Ласвелл. Мы начали. Нет, пока я не скажу. 3-1, я хранитель. Как слышно? Резидент Ласвелл, слышу вас. Генерал Барков отправил на склад новую партию хлоргаза, которую наемники этой ночью повезут автоколонной в Урзыкстан. При сопротивлении вам разрешено открывать огонь, но только не по российским солдатам. Международные проблемы нам не нужны. Нет гарантии, что российская армия не ответит. Я поняла, Алекс. Найдите газ, захватите все машины Баркова и быстро водите в точки. Вас понял, справимся. Всем отрядом копье пробиваться к точке. Понял. Выдвигаемся. Нам надо поторопиться. Люди Баркова сегодня перевозят газ. Каковы шансы, что мы наткнемся на генерала Баркова? Русского генерала тут точно. Осторожно. Сюда, наверх! Я слышал! За гребнем! Слышу двух. Ищут нас. Два наемника, без формы. Значит, можно их снять. Все чисто. Понял. Вставайте на гребне, давайте осмотримся. Синий Викинг 5, я Эхо 3-1. Прошу поддержки, ждите подтверждения цели. Понял вас, 3-1. Викинг ожидает. Разведаем местность. Убедимся, что там нет России. Через главные ворота заезжает машина. Вижу один грузовик. Газ повезет. Машина поехала. На вышке, сверху слева, не солдат. Проверь железную дорогу. Российских военных там нет. Зови авиацию. Синий Викинг 5, я Эхо 3-1. Солдаты на открытом пространстве. Южные ворота. Разрешаю атаку. Понял вас, 3-1. Цель захвачена. Атакую через 5 секунд. 5 секунд. Эхо 3-1. Цель поражена. Викинг уходит на базу. Доброй охоты. Спасибо большое, Викинг. Дальше мы сами. Внимание! Солдаты противника. Их много. На нас напали! Найдите пропавших! Подожди, пусть подойдут. Здесь люди. Найдите их и убейте, иначе генерал убьет нас. Чисто. Вперед. Кажется, кто-то играл с огнем. А нечего было химикатором смотреть. Thank you.
Добейте их уже. Внутри враги. Иду к тебе. Беру на себя. Понял. Копье идет к тебе. Усилить периметр. Элемента неожиданности у нас нет. Так что бегите в оба. Выход заблокирован. Будьте начеку, мы заходим вслепую. Пулеметное гнездо. Заходи сбоку и снимай его! Прорываемся! Надо Прошел, захватить газ, ранили. Пока они его не увезли! Он убит! Вижу движение! Шевелитесь, когда вы не на линии огня! Вижу цель! 30 метров! Я его не вижу! Они движутся! Движутся! Идем! Включай дистанцию, эхо! На нем того занят! Движение! Вижу цель! Цель возле ящика! Обнаружен противник! Видите, на нем того занят! Он раскрылся! Я его не вижу! Они открыты! Прикрой! Движение! Вижу цель! Вижу врага, северо-запад! Работайте аккуратнее! Пулеметчик убит! Принято! Молодец, Сэро! Противник за... Вижу врагов! Они уходят к складу! Я перезаряжаю! Вижу его! 30 метров! Прикрой! Есть! Противник к западу от нашей позиции! Чисто! Там должен быть газ! Если мы не опоздали! Чисто! 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 Внутри могут быть химикаты. Надеть маски. Начали. Конкретно. Они свет отключили. Включаем фонари. Темно, хоть глаз выколи. Слышите? Говорю вам. Черт, вы это видели? Найти его. Он убит. Движение на мостике. Вот он. Мы его потеряли, он ушел. Давайте включим свет и найдем этот газ. Понял, 3-1. Еще. Ищу, где включить свет.
А вот и свет. Есть электричество. Эй! У нас проблема. Это русские солдаты. Спецназ. Хранитель, я 3-1. Наемники Баркова, российский спецназ. Мы убили русских солдат. Надо срочно уходить. Ответ отрицательный. Командование требует выполнить задачу. У нас нет выбора. Убедись, что это то, что нужно, и мы подготовим машины к выезду. Джекпот. Вижу газ. 3-1, принято. Загружайтесь и возвращайтесь на базу. Понял. Выдвигаемся. Всем внимание, мы едем к точке эвакуации. Следить за секторами. Отлично, Алекс. Встречаемся у точки отхода. Один, я хранитель, как слышно. Алекс, прием. Я помогу, 3-1. Это еще... Сиди, танца. Найду руси. Marines, a militar, nasi militarak, farad, farakku, jalan. Хранитель, я Эхо 3-1. Алекс, что случилось? Террористы. Убито много морпехов. Газ украден, нужна эвакуация. Вас поняла. В вашем направлении сейчас движется немало российских солдат. Держитесь, мы уже идем к вам для быстрой эвакуации. Конец связи. Теперь эта операция под особым наблюдением. И что это значит? Что у тебя больше нет полномочий, полковник. Это мои морпехи. Нужна ударная группа. Это нецелесообразно. А это не тебе решать. Полковник Ласвелл. Генерал, мои люди... Норрис, оставьте нас. Да, мэм. У нас проблема. Начальство Баркова отказало в мирном урегулировании. Шестой флот лезет в Черное море, а химическое оружие черт знает где. Ты везде наследила, Ласвелл. Разберись. Ясно? Генерал, сейчас наше лучшее оружие — разведка. Пробовали мы разведку. Нужно что-нибудь получше. Джон? Ласвелл. Где ты? Я занят. У меня проблема. Русские? Уже знаешь. В руки к террористам попало химическое оружие. Они могут быть где угодно. Париж, Нью-Йорк. Лондон. Когда начнем? Мы уже. Сержант Гэрик, прием. Гэрик слушает. Высокий уровень угрозы. Вероятно, несколько террористов. Смертники или что похуже. А снайперы на позиции есть? Нет, сержант. Мы не можем зря тревожить публику. Террористы тоже это знают? Не превращайте Лондон в зону военных действий. Ясно? Да, более чем. Отбой. Мы сами по себе. Справимся. Ну что, за работу? Принято. Сержант. Внимание, белый фургон. Все по описанию. Это они. Ворон, я Сабля. Машина движется на север. Выходим. Понял. Без необходимости в бой не вступать. Белый фургон, слева! На штурм, пошли! Они здесь, братья! Сюда! Они здесь! Живее! Полиция, стоять! Руки вверх, быстро! Лечь на землю! Сейчас! Они уходят! Пушка! Пушка! Нет!
Убили его! Баба 2, что за хрень тут происходит? На Пикадилли Сёркус взрыв, стрельба, ранены полицейские. Срочно врачи сюда! Твою ж мать, смотри, что они с нашим домом! Еще не все, пошли! Я Сабля 2. У здания танта ранены полицейские. Ранены полицейские. Черт возьми. Свои, свои. Я понял. Оружие есть? Да, сэр. Капитан Прайс. Сержант Геррик. За мной. Надо проверить углы. Прошу, помогите! Заложники, наверху. Нам нужна помощь! Кто-нибудь! Кто-нибудь, пожалуйста! Снимите ее с меня! Пожалуйста, снимите! Сержант, иди сюда! Помогите! Я не террорист! Всем постам! Тут хочу, человек с помощью. Пожалуйста, я не хочу подальше. Я хочу помочь. Не получается. Поможешь? Я хочу своих девочек увидеть. Хочу увидеть девочек. Сейчас рванет. Не могу снять. Не могу. Помогите. Помогите. Капитан, нет. Всем постам. Бомбы больше нет. Выходим, готовьте врачей. Сохранять спокойствие. Мы вас выведем. Ты цел? В норме. Ждем. Ты сегодня спас людей, сержант? Лучше бы вообще без этого обошлось, сэр. Нас послали с пустыми руками, чтобы все мы могли делать вид, что войны нет. Да, нет войны, блин, как же. Тогда почему нам связывают руки? Черт возьми, пора начать драться в полную силу. Сэр. Давай. С такими ограничениями у нас нет шансов, капитан. Пускай они говорят, как нам делать нашу работу. Эту ячейку вели неделями. Так у тебя есть ценные разведданные? Да дофига, сэр. Ладно, Гэрик. Ты со мной. Ответственность взяла Алькатала. Ну,
Приказ отдал Волк из Рузыкстана. Там Алекс ищет украденные химикаты. Ему нужна будет помощь фронта освобождения, так что пусть свяжется с командиром. Знаешь командира, Карим? Мы знакомы. Сошлитесь на меня, а то его убьют. И что передал капитан Прайс? Командир Карим, меня зовут Алекс. Я слушаю, Алекс. Это засекречено. Идите, братья, готовьтесь. Двое суток назад террористы украли груз русского газа. Так поступает только Алькатала. Люди Баркова не различают Алькаталу и ваших бойцов. А для меня нет разницы между Алькаталой и людьми Баркова. Они все террористы. Мы бы никогда не стали использовать яд. Надо найти его, пока... Пока что? Не увезли в Европу? Или Америку? Мы с этим каждый день живем. Командир, уже пора. Кто это? Алекс, это мой брат и заместитель Хадир. Вы из ЦРУ? Он работает с капитаном Прайсом. Так вы убиваете людей Баркова? Есть друзья, они могут помочь. А решать уже вашей сестре. Конечно. Моя сестра – командир. А люди Баркова все еще здесь. С оккупацией надо кончать. Хоть с этим мы с вами согласны? Люди генерала Баркова контролируют город. У нас есть план, как это изменить. Ракет у нас нет, но методы есть. Если ты с нами, мы поможем. Но ты должен сражаться. Что ж, за дело. Добро пожаловать в Урзыкстан. За мной.